порог ЗАГСа Юрий Васильевич и Людмила Ивановна Ивановы впервые переступили 50 лет назад. В этом году их семейному счастью полвека, хотя познакомились наши герои еще в школе. Рядом дочери, родные, друзья, те, кто поддерживал пару, когда она переехала в Одинцово, а случилось это в 1966 году. Он военнослужащий, она педагог. Образцово-показательная семья. Такой и осталась. Ваша пара была выбрана для награждения медалью за любовь и верность, так как очень много лет ваш семейный очаг хранит с вами, согревает вас и ваших родных теплом, уважением, добротой. И сегодня мы вручаем вам медаль за любовь и верность Ивановым Юрию Васильевичу и Людмиле Ивановне. Медаль за любовь и верность вручается раз в год в преддверии Всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности. Одна на весь район, но цена на совсем по-другому случаю. Любовь и верность – это служение, говорят юбиляры. Терпение и всепрощение. Неудивительно, что День семьи отмечается в православный праздник в честь муромских святых Петра и Февронии. Среди гостей, пришедших поздравить юбиляров семейной жизни, Гильда Бот, почетный житель Одинцовского района. Вы вырастили прекрасных дочерей, Таню и Аню. У вас прекрасные внуки. Поэтому я вам желаю здоровья, прежде всего, детям, чтобы они передали своим детям, что вас срочно надо сделать прабабушкой и прадедушкой, потому что у вас еще запас энергии, и на пра-пра, и пра-пра хватит. Поэтому поздравляю вас с вашим прекрасным юбилеем. Спасибо. Ну, я тебя люблю, это ты знаешь. Ваши пожелания молодым. Сейчас будут заходить молодые пары, регистрировать свои отношения. Ваши пожелания тем людям, которые только начинают совместную жизнь. Ну, вот я бы хотела пожелать. Конечно, пожелать я им могу только терпения. Потому что это вообще нелегкий труд, брак. Терпение. А еще мне бы хотелось, чтобы вот это их счастье, если рядом с ними окажутся мудрые люди, которые помогут им выстоять, да, это, конечно, перипетии. Да, существенно, когда рядом человек, который может подсказать что-то. Ну, а так, конечно, не принимать решений скоропалительных. Ну, и терпение. Это большой труд. Эстафету семейного долголетия Юрий Васильевич и Людмила Ивановна передают молодоженам. Влюбленные только заключают союз, скрепляя свои сердца и судьбы клятвой быть верными, любить друг друга в горе и радости. В чем секрет семейного долголетия? У вас семья сегодня вот только состоялась, сложилась, но наверняка есть какие-то мысли на этот счет. Да, сейчас, конечно, все мысли перемешались, но на самом деле ценности в жизни, верность, любовь, понимание – все так, как у нас. С недавних пор в Одинцово появилась традиция после заключения брака вешать замок на ромашку, расположенную рядом с ЗАГСом. Желающих скрепить союз еще и символически оказалось так много, что на ромашке почти не осталось свободного места. Сотрудники ЗАГСа надеются, что в скором времени знаменитая одинцовская ромашка даст ростки. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».